Вот объединили две группы цыплят. Один месяц и две недели, вторым это месяцами, маленькие. Вот недели две-три. И когда они уже будут взрослые, уже не будут так драться, так прикрывать. Это для обоих новое место. Поэтому если никто не чувствует себя хозяином. Поэтому и отношения тоже так не выясняют. Тушки, правда, вредят, или барчики задействия. Любит подраться, глядит Петя кукарекает месяц и две недели. Интересует вопрос, как же можно объединить курочек более взрослых и молодых. Очень просто, я считаю. Курочек пересадить в другое место местных. А на их место посадить молодежь. И чтобы они там адаптировались. Недельки две-три посидели на новом месте. И потом к ним подселить уже тех курочек. По одной подселять. А не всех сразу. Как мы безболезненно их объединяем. Так само можно и уточек. Вот какой Петюня вредный. Кша! Да, петюни вредные, лихбарчики. То ли я недерхайнер. Вот месячный лихбар. Недерхайнерчик. И маленький недерхайнерчик. Какая между ними разница. Курочка уже очень хорошо видит. И маленький тоже видит. Вот эти курочки. Вот петушки полосатенькие. Лихбарчики держатся по одежде, да, в теплице теплее. Как правило, в теплице гораздо жарче, чем на улице. У нас на улице градусов 15-20. Возле меня ручные недерхайнеры. С вами был канал Курочкин дом.